Современное искусство постоянно старается зрителя удивить, если не сюжетами и идеями, то мастерством воплощения. Выставка художника Людмилы Август удивляет всем. Тема 17 работ – красивейшие места планеты. Техника – скульптурная живопись. Картины выпуклые и будто живые. В основном это скульптурная живопись, то есть картины объемные, тактильные, их можно потрогать. Сверху это масло. Вот. Также есть картины из МДФ, то есть они с помощью специального оборудования были вырезаны. Я это делала заготовку в программе, тоже специальной. Вот. И там идут определенные грунты, определенные краски, потали. И также тоже использовала масло. На картинах одни из самых красивых, уникальных и необычных мест нашей планеты, сотворенные без участия человека. Многие занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как исчезающая красота. Ученые бьют тревогу о сохранении озер, вулканов, пещер, минеральных источников. Бьет тревогу и художник. Я человек далекий от искусства, но когда познакомился с автором, с Людмилой, я крайне был заинтересован тем, как она рисует, какой она... стилем это все передает, как вообще это все сделано. Она передает в рисованном виде те впечатления, когда он видел, побывал в разных точках мира. И она переносит это на картины. Это крайне удивительно. Я просто был восхищен. Людмила умеет удивить. Постоянно ищет какие-то новые способы создания картин. Ради одного из полотен даже прыгала с парашютом. Я привязала холст с кисточками. Кисточки, они просто болтались на веревках. Вот. Мы поднялись на высоту 2,5 километра и в тандеме с инструктором прыгнули с парашютом, и была нарисована в это время картина. Вот. Я, там даже есть автограф, то есть я даже подпись успела поставить. Вот. То есть краски ветра, потому что там как бы я была только маленьким элементом, все остальное вообще это рисовала просто... ветер, природа, вселенная. Останавливаться на достигнутом Людмила Август не собирается. Уже разработала линию одежды. Принтами для платьев и нарядов стали сюжеты ее собственных картин из цикла сотворения. Купить блузку или брюки с изображением дельты реки Лены или пустыни Калахари могут все желающие. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.